Що тут красавела? Навусна мота вдасть рахуватися онлайн. Німецькі військово-повітряні сили тепер будуть захищати небо Словаччини, яка віддала Україні свої міги. Вони діють достатньо розумно в тих умовах, в яких вони оказались. Зазначається, що бойові літаки Eurofighter будуть постійно перебувати в готовності до перехоплення неопізнаних або ворожих об'єктів у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації. Нагадаємо, що Словаччина передала Україні свої винищувачі Міг-29, тож вона більше не в змозі самостійно захищати свій повітряний простір. Спочатку це завдання перебрали на себе найближчі її сусіди – Польща, Чехия та Угорщина. А теперь до них приєдналась и Німеччина. Как главнокомандующий военно-морских сил Германии Ян Кристиан Как, так его зовут, сложное имя, заявил о том, что 9 сентября стартует двухнедельное военное учение с участием 30 кораблей, более 3000 военнослужащих стран НАТО, в которых будут участвовать все страны НАТО, выходящие на Балтийское море. То есть это страны Балтии, Польша, как минимум, также Швеция, которая пока не стала членом альянса, и страны не из этого региона, куда входят Франция, Нидерланды, Бельгия, Канада и США. Будут отрабатываться, основная легенда этих учений, десантные операции и удары с моря по суше. То есть, как заявил об этом Как, США отправляют на эти учения свой десантный корабль «Месса Верде», вот, который способен перевозить свыше 800 морских пехотинцев США. Сообщается о том, что основная легенда учений – это освобождение Сувалкского коридора, который может быть захвачен, связывающий Калининградскую область РФ с территорией Беларуси. И именно для того, чтобы разблокировать, поскольку Сувалкский коридор включает в себя только две всего лишь автомобильные шоссейные дороги и одну железнодорожную ветку. И тогда Альянсу в таком случае останется проводить только крупномасштабные десантные операции. Как заявил об этом командующий ВМС Германии, мы посылаем России четкий сигнал о бдительности, только не при нас. Решительность Альянса в этом деле говорит о серьезности опасений, об этом говорил ранее, о том, что это не блеф, это действительно реальная опасность того, что Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор, в том числе в ходе учений. Правда, тут есть заминка, учения «Запад» отменены вот, из-за отсутствия личного состава и техники, но ничто не мешает такие учения проводить, например, картофельному дуче Лукашенко с участием ограниченного, как раньше говорили, ограниченного контингента российских войск. Одним словом, опасность захвата Сувалкского коридора сохраняется. Мы видим, НАТО начинает на нее реагировать. Это серьезная, абсолютно серьезная угроза. Россияне из-за поднявшейся паники начали массово обращаться в страховые компании с целью застраховать собственное жилье. Стоимость услуги составляет от 500 до 5000 рублей. Спрос на защиту от беспилотников растет в основном со стороны предприятий бизнеса, который расположен в западной части Российской Федерации. Это свидетельствует об участившихся эффективных атаках, которые приписываются ЗСУ. Часть из них действительно Украина брала ответственность, за другие это только предположение. Прошли похороны 6 украинских пилотов экипажа Ми-8, которые разбились в Краматорском районе Донецкой области. Загадочная авиакатастрофа. Все молодые пилоты, все с большим налетом. Самый старший из них командир вертолета, полковник Виктор Апанасюк, 67 года. А все остальные очень молодые. Например, командир звена летной эскадрильи, капитан Владислав Рымар, он 95 года. Штурман звена, старший лейтенант Иван Яровой, он 2000 года рождения. Летчик-штурман, старший лейтенант Валентин Воробец 2000 года, старший бортовой авиационный техник капитан Юрий Анисимов 86 года рождения и, наконец, старший бортовой авиатехник капитан Евгений Кисиль 88 года рождения. Как мы видим, все в основном молодые пилоты, но с большим налетом, и они могли дальше стать элитой украинской военной авиации, могли стать пилотами F-16, и эта гибель добавляет все больше и больше версий, что это могла быть намеренная диверсия, тем более, что Россия ранее пыталась уничтожить украинских пилотов, которых отобрали для обучения на F-16, нанеся по ним, по месту их базирования, ракетный удар. То есть, не пожалели дорогие многомиллионные ракеты, чтобы уничтожить группу курсантов. К счастью, тогда они избежали гибели, вот, никто не пострадал, атака не достигла цели, вообще никто не погиб. Слава Богу, с нашей стороны. Но, как мы видим, Россия готова бросить любые еще раз подчеркиваю, любые средства и заплатить любые деньги для того, чтобы уничтожить наших перспективных пилотов. Начато расследование, и, естественно, мы будем внимательно следить за его ходом, тем более, что эта трагедия вызвала огромный резонанс в Украине. Тем временем фонд Нобеля отозвал приглашение послам трех диктаторских режимов — России, Ирана и Белоруссии, которые по странному стечению обстоятельств им отправили на церемонию вручения Нобелевской премии. Об этом сообщается на сайте фонда. Ранее недоумение и негодование в связи с фактом приглашения этих послов выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон, который отметил, что инициатива фонда его удивила. Сообщается о том, что фонд отменяет свое решение. Три посла не будут приглашены на церемонию в Стокгольме, но им сохранят приглашение на церемонию в Осло. То есть премия разделена. То есть премия мира, она вручается именно в Стокгольме, туда их не пригласят послов, а вот в Осло, к сожалению, им пока приглашение сохранили. Опять же, по непонятной причине, но надавали по мордасам россиянам, иранцам и картофельному дуче Лукашенко, который в любом случае никуда бы не поехал, сам понятно, и посол его, наверное, туда бы, хотя прийти, пожрать, извините, попить — эта публика примитивная, гнусная, она всегда готова. Тем временем на России появился наследник Гиркина-Стрелкова. Зовут его Валерий Гербузов. Такая практически украинская фамилия. Гербуз — это тыква по-украински. То есть в переводе на русский буквально тыквин. Тыквины или тыквинов. Этот самый Валерий Гербузов, директор Института стран США и Канады Российской академии наук, то есть практически такой проверенный геологический боец, проверенный всеми органами, спецслужбами, контрразведкой. Оказался, что он написал статью очень непозволительную. Написал статью, на которую очень сильно разъярились военные Z-блогеры. Она вышла в независимой газете. В ней он заявил о том, что мифы, созданные российской пропагандой, распространяются за счет машины госпропаганды, хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов, это цитата, и участников многочисленных телевизионных ток-шоу. Он заявил о том, что идея о так называемом кризисе глобализации, англосаксонского мира, антиколониальной революции и падении американского доминирования, они являются фальшивыми. Это все не соответствует действительности. Естественно, он заявил, что основная цель российской пропаганды — это погружение российского общества в мир иллюзий и намерение правящей верхушки, представьте, такое немыслимое, бессрочно, в любой ценой удерживать власть в своих руках. Естественно, такое мы не простили. Его сравнивали с Игорем Стрелковым Гиркиным. Все это закончилось, но, очевидно, следующим будет уже предъявление ему подозрения о фейках и дискредитации российских вооруженных сил. Как это произошло с Лией Ахеджаковой, известной артисткой. Всем уроженкой, кстати, города Днепра, в прошлом Днепропетровска. Правда, ей тоже предъявили дискредитацию российской армии за то, что ей в Бремене на гастролях подарили украинский флаг, и якобы она с ним, она не якобы, она с ним выступала, правда, сама, она теперь уже открещивается. Такое разочарование, сказала, что ей всучил провокатора этот флаг, оказывается, как. А могла бы сохранить до конца и остаться приличным человеком, но, увы, к сожалению.